эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте». Говорим о работе комиссии по спорту молодежного парламента. У нас в студии председатель комиссии по спорту молодежного парламента Дмитрий Мелешников и секретарь комиссии по спорту молодежного парламента Харитонов Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Дмитрий, давайте начнем вообще с общих задач и целей, которые преследует комиссия по спорту молодежного парламента. Да, прежде всего это поддержание здорового образа жизни, то есть это создание условий для молодежи, чтобы они занимались спортом. Это помощь в улучшении системы здравоохранения нашего города, а также это организация и создание условий для осуществления туризма в нашем городе. Комиссия по спорту на данный момент сколько в себя включает человек? Комиссия по спорту состоит из 5 человек. Это представители разных высших учебных заведений и общественных организаций. Ну, дальше планируете расширяться, наверное? Конечно, да. Ну, хорошо. А основные мероприятия вообще, которые проводились комиссией по спорту вот в ближайшее время? Да, так как данный совещательный коллегиальный орган достаточно молодой и образовался сравнительно недавно, первое наше крупное мероприятие было направлено на массовое исполнение гимна Российской Федерации на площади Нахимова. Прошло оно достаточно знаменательно и достаточно интересно и ярко. Второе мероприятие было направлено на проверку знаний среди школьников и студентов на знания Великой Отечественной войны. То есть это был всероссийский тест. Он проходил 23 апреля. И вот Андрей Харитонов может предоставить статистику, в принципе, по... Да, кстати, какие успехи вот по этому тесту, Андрей? Знаете, успехи довольно-таки хорошие. Мы тест написали очень даже неплохо. В частности, по некоторым площадкам показывали участники максимальный балл, 30 баллов из 30. В частности, на моей площадке, это Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова, девушка показала 27 баллов. Это тоже очень неплохо. Средний балл вообще составляет около 19,5. По моему учебному заведению средний балл составляет 18,4 балла. Ну, то есть можно сделать вывод, что проблем не так много в плане каких-то исторических фактов. Основы истории Великой Отечественной войны молодежь знает, но в целом мы намерены повысить знания в этой области. Каким образом? Вот сейчас, например, мы проводим, грубо говоря, ну, в нашем университете краткие инструктажи, вывешиваем такие небольшие плакатики по героям, по датам и так далее. Сейчас также проводится военно-исторический квест по проекту моего коллеги Дмитрия по знанию обеих оборон Севастополя. Первый этап состоял в знании первой обороны Севастополя и третий этап в знании второй обороны Севастополя. В частности, вот я сам являюсь участником данного квеста с командой от молодежного парламента, и я лично подчеркнул для себя очень много нового. Я больше слушал, чем говорил, и лично для себя я считаю это занятие максимально полезным. Дмитрий, расскажите поподробнее. Да, данный квест состоит из 5 этапов, то есть это как исторические головоломки, так и спортивные задания. Все это сопряжено с первой и второй обороной города. То есть участникам предоставляется определенная местность, на ней расположены точки. Они, исходя из знаний по Великой Отечественной войне и по первой обороне города, то есть по Крымской войне, находят эти точки, определяют, где они находятся, и выполняют разные задания. То есть вот на третьем этапе квеста, посвященному второй обороне города, например, необходимо было знать номинальные нормативы, установленные для выдачи продуктов питания. То есть, если участники не были осведомлены об этом, то они, соответственно, не могли пройти данное задание, и балл они за это задание не получали. Также было много других заданий. Это и найти в нашей бухте боновые заграждения, используя бинокль, и многие другие. То есть, основные цели, получается, с помощью игры, скажем, квеста, можно было изучать тоже какие-то исторические моменты и факты. Также следующее мероприятие в рамках деятельности комиссии намечено на 4 мая. Это будет, мы будем встречать звезд кинематографа, в том числе Михаила Пореченкова. Да. И это будет в форме также спортивного увлекательного занятия. То есть мы будем собираться, скорее всего, это будет в Парке Победы. Там будет небольшая разогревающая зарядка, затем пробежка на небольшую дистанцию. И находясь на природе, на свежем воздухе, обсуждать разные проблемы, задавать и отвечать на интересные вопросы, соответственно, беседовать с нашими известными людьми.
И вплоть до того, что играть даже в спортивные игры вместе. Ну, то есть и приходить может, в принципе, кто Конечно, хочет. Да. Все открыто для молодежи, все открыто для любой общественной организации, для любого человека. В принципе, конечно, добро пожаловать. Ну, хорошо. Какие планы еще у комиссии по спорту? Впереди 9 мая. Наверное, Андрей, вы нам расскажете по поводу 9 мая. Что запланировано? Да, я создал несколько наработок по поводу проведения мероприятия. Угу. Это мероприятие будет заключаться в следующем. Это будет забег «Победа» 2016 так. года. Ну, в чем ну где, он, как будет проходить? В чем оно будет заключаться? Я думаю, что Дмитрий и остальные члены комиссии помогут мне с составлением дорожной карты, составлением угу. маршрута, со сметой и с привлечением волонтеров и средств массовой информации к данному мероприятию. В чем оно будет заключаться? Мы, грубо говоря, все соберемся. Угу. Я планирую около 100-120 участников. Так. Да, мы соберемся и устроим небольшое соревнование. Кто быстрее пробежит с пункта А в пункт Б? С соблюдением всех условий, предусмотренных в том числе Олимпийским комитетом России и остальными, грубо говоря, правилами, грубо говоря. Спортивными объединениями, да. Да, да. Ну, а 120 человек – это кто будут? Студенты, школьники или нет тут ограничений? Здесь ограничений нет. Кто, в принципе, хочет, тот пускай приходит и участвует. Мы будем рады видеть абсолютно всех. Но я предполагаю, что будут это студенты высших учебных заведений, представители молодежных организаций и непосредственно, может, даже взрослые поколения и школьники. Мы будем рады видеть абсолютно всех. Ну хорошо, планы на ближайшее будущее по мероприятиям все или есть еще какие-то? Нет, еще есть достаточно интересные наработки проектов. Это в том числе по улучшению и оказанию помощи в плане развития системы здравоохранения. Этот проект направлен на создание специализированных терминалов в медицинских учреждениях с целью, чтобы каждый, кому нужно посетить врача, доктора, мог подойти к этому терминалу, записаться к соответствующему врачу, взять этот чек и в дальнейшем, используя данные интернет-ресурсы и систему, без очереди попасть к врачу. Также в рамках развития спорта тоже интересные проекты, например, пробежка с депутатом, пробежка с чемпионом. То есть мы приглашаем депутата и непосредственно организуем с ним спортивное мероприятие. Это также и зарядки, и пробежки, и какие-либо спортивные игры. И в процессе всего этого мы общаемся, узнаем много нового, задаем вопросы и, соответственно, получаем нужную нам информацию. Ну и кто-то же уже согласился с депутатов на будущее или пока это только проект? Пока в рамках начала данного проекта будет осуществляться вот как раз-таки 4 мая. Угу. И затем уже будем рассматривать всех остальных депутатов, потому что хотелось бы пригласить каждого, хотелось бы пообщаться с каждым, потому что это достаточно увлекательно и интересно. Ну, идея с электронной очередью, вот как вы говорите, к врачу, да, в больнице, да. Это как, например, в ГАИ, да, вот есть электронные терминалы, где да, ты подходишь, берешь да, чек и... Потому что у нас все-таки бывает такое, что интернет-система не срабатывает, а так будет четко установленный терминал, угу. благодаря которому к определенному врачу будет установлена очередь и выдается специальный чек с помощью системы терминалов. И этот чек подтверждает, насколько человек записан, к кому он записан и во сколько он может прийти. Это взаимодействие с Доктор-92 сайтом или отдельный какой-то? Да, скорее всего, это будет, возможно, создана система, да, и она будет в сотрудничестве вот с Доктором-92. Ну хорошо, Андрей, как вы считаете, вот перспективы комиссии по спорту и вообще молодежного парламента, что это нашему городу даст? Нашему округу это даст очень многое. Во-первых, к молодежи будут прислушиваться через наш коллегиальный совещательный орган. Угу. И как бы нас будут слышать, я думаю, что возможно какие-то там пересмотрения там, каких-либо проектов или какие-то дополнения, которые будут выдвинуты нами, они будут учтены и приведены в действие. Мы на это очень надеемся и уповаем. Так, я еще, помимо всего прочего, скажу, что наша комиссия имеет полное название «Комиссия по туризму, спорту и здравоохранению». Угу. О проблемах спорта и о проблемах здравоохранения мы уже с вами сегодня поговорили. И, помимо всего прочего, мы можем организовать какие-то турпоходы. Наша местность Крыма и Севастополя очень позволяет это сделать. И я думаю, что вот на лето, на осень, когда еще будет теплое время года, мы эти мероприятия будем организовывать и также, помимо всего прочего, повышать уровень образованности молодежи,
уровень, ну, физической подготовки, уровень моральной подготовки, а также мы будем заниматься, ну, вопросом сплоченности молодежи, что, безусловно, считается очень важным. На наших мероприятиях нашей неофициальной, грубо говоря, фоновой целью будет вопрос следующий – объединение молодежи. Может быть, на наших мероприятиях кто-то подружится, возможно, даже влюбится. Обязательно подружиться. Это невозможно, я думаю, обязательно. Да. Да, но я так понимаю, задачи серьезные стоят. Все-таки здравоохранение и спорт, вещи взаимозаменяемые, скажем так, абсолютно и плюс верно, еще туризм. Ну а по туризму какая ситуация? По туризму, как известно, в городе Севастополе не очень такие сильно развит туризм. Туда, в принципе, в эту сферу входит не только осуществление и организация турпоходов, но и также и проведение экскурсий. То есть у нас достаточно много памятных, интересных и красочных мест. Конечно. Не только по территории Крымского полуострова, но и в городе Севастополе в частности. Поэтому организовывать данные мероприятия, я считаю, прежде всего, вот как раз-таки на сплоченность молодежи, это будет достаточно интересным и незаменимым в данной сфере деятельности. Поэтому мы также будем уделять этому особое внимание. Ну, впереди летний период, это как раз время туризма, скажем так. Какие-то уже есть наработки, чтобы все проводить? В плане туризма. Все также проходит в сотрудничестве с некоторыми общественными организациями, то есть это и по выделению специального персонала, который сможет осуществлять экскурсии, как это более грамотно сделать, кого и когда привлекать, потому что в летний период у нас будет очень много туристов, очень много молодежи, которые будут представлять разные субъекты Российской Федерации, и, соответственно, возможно привлекать и их, сотрудничать с молодежными парламентами, с других субъектов. Все как бы только начинается, все впереди. Да, кстати, а с кем вообще сотрудничаете плотно на данный момент по Севастополю? Прежде всего, буквально неделю назад встречались с депутатами Ростовской области. Это была достаточно приятная беседа. Мы обсудили различные проблемы и дальнейшее развитие в рамках сотрудничества. Также при составлении регламента молодежного парламента руководствовались рекомендациями и других молодежных парламентов, это и с города Махачкалы, и с остальных субъектов Российской Федерации. Также представляем наш молодежный парламент в Государственной Думе Российской Федерации, то есть молодежный парламент при Государственной Думе. Там также идет процесс налаживания сотрудничества с целью дальнейшего развития. Ну что ж, у нас не так много времени, Андрей. Давайте, наверное, пригласим телезрителей на ближайшее мероприятие, которая будет проводиться. Возможно. Приглашаю всех телезрителей данного канала и не только. Зовите друзей, зовите своих знакомых, зовите родственников. Мы будем рады видеть абсолютно всех. Также хочу сказать, что будут за это дело призы за первые 10 мест. Угу. И давайте с вами дружить. Обязательно так и будет. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в студию и ответили на наши вопросы. Успехом вам в вашей работе и все у вас получится. Спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.